Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Как всегда, ездил у меня туда муж. Муж у меня ездит, потому что он мне помогает, чтобы я не таскала все вот эти пакеты. Вот, и поэтому я, естественно, конечно же, не отказываюсь от его помощи. Так что давайте я вам покажу закупку. Итак, вот такая закупка получилась у моего мужа. Давайте сейчас начнем с мяса рыбы. Купил он вот такую форель радужную, крупную, потрошенная, охлажденная. Вот такая, она по 499 рублей на 1300 получается она. Не знаю, что, может, засолим, может, так ее что-нибудь из нее сделаем. Теперь свинина, окорок по 282 рубля один кусочек купила. И здесь немножко полуфабрикатов. Вот такие наггетсы с сыром и, да, две упаковочки. Взяла потом сосиски, вязанка, вот такие молочные. Мы пробовали от вязанки, нам нравится продукция. Здесь дальше пельмешки домашние, вот такие, цезарь. И купила вот такой большой кусок сыра, я у него попросила, потому что, ну, что-нибудь постоянно я запекаю, там что-нибудь делаю. Вот, сыр мне всегда, всегда пригодится. Так что вот такой большой кусочек. Также здесь колбаска, вот такая, небольшой кусочек Останкино. Я показывала во влоге, недавно покупала, ну, в местном магазинчике, там в нарезке прям колбаска. Ну, вот он решил еще взять. Так, дальше здесь у меня молоко, две упаковки, 2,5% домик в деревне. Мука Макфа 2 килограмма и масло, вот это Слобода, оно мне, кстати, очень нравится. Хорошая, удобная очень упаковка. Дальше здесь вот эта лапша домашняя, 47 рублей упаковочка. Здесь получается 182 грамма. И вот такая еще, 44 рубля, 172 грамма. Это очень вкусная лапша. Супчик из нее получается просто нереально вкусный, она не разваливается, она, ну, я ее в основном использую на суп разную, и вот такую, и такую тоже, получается очень вкусный. Дальше здесь у меня хлеб вот такой тостовый лентовский, тоже достаточно вкусный, нам нравится, и хлеб столовый. Еще муж взял вот такие штучки, они тоже очень нравится. Это у нас получается багет Прованс, 44 рубля стоит. Вот такой вот здесь со всякими сыром, в общем, всякое вкусно. Очень меня любят такие булочки. И вот такой еще. Это 44 рубля. Это у нас лепешка сырная с ветчиной. Тоже очень вкусная. У меня муж тоже периодически, когда ездит Лента, идем покупает. Также упаковку чая. Вот этот чай, кстати, я очень люблю. Именно вот такой Гринфилд. Вот такой, да, он очень, ну, я не знаю, по-моему, такой очень вкусный. Я его обожаю, вот этот чай. Так, немножечко у меня здесь молочки. Активия, две штучки вот такие. Чиа, киви, маракуя. И еще что это у нас? С гранатом, да. Вот такие должны быть вкусные, я думаю. Сметанка 15% пискаревская. Вообще пискаревские молочные продукты очень нравятся. Вот эти вот прям очень вкусные. Так, и здесь немножко купила такие круассанчики с шоколадом. И купил вот это вот, у меня муж любит есть на завтрак. Вот именно такие, каша гречневая с грибами, жареным луком. Очень он любит. Покажу состав, потому что многие мне пишут, что это вредно все. Ну, мужу моему очень нравится. Хлопья гречневые, грибы шампиньонные, сушеные, лук жареный и соль. Такие вот он все запаривает водой. И очень, ну, такой очень вкусный, ароматный получается. И также вот такие вот батончики на перекус. Тоже у меня любят и дети, и муж разные вот такие взял. Еще очень вкусные, кстати, вот эти батончики. Мы их давно уже чуть не покупали. С белым шоколадом, которые... Вот, они прям вообще очень-очень вкусные. Ну, а вот такие с обычным шоколадом тоже достаточно вкусные. То есть внизу идет прослойка шоколада, а сверху вот такие вот хлопья как бы с орешками. Также муж купил себе дезодорант вот такой. И здесь у меня такая достаточно большая закупка всяких овощей. Буду делать немножко заготовок на зиму. Во влоге вам покажу.
Ну, давайте для начала фрукты. Купила у меня вот такую маленькую дыньку на 39 рублей. Она у меня полежит в кладовке и будет вкусная. Вон такая сейчас немножко жестковатая. И здесь еще виноград. Я обожаю вот такой красный виноград. Он для меня самый вкусный. Единственное, что он с косточками. 139 рублей за килограмм. У нас получилось на 157 рублей. Вот это очень я люблю, вот этот виноград. И еще взяла вот такой виноград. Дамские пальчики. Он тоже, кстати, очень вкусный обычно. По 159 рублей на 121 рубль. Вот такой вот. Тоже будет вкусно. Ну и... для заготовок купил мне перец. Перец ласточка. Все время пишут, что это ласточка. Вообще любой перец, кроме болгарского, всегда написано ласточка. Не в зависимости от того, какой это другой сорт, не другой. В общем, всегда ласточка написано. По 49 рублей. Ну, считайте, по 50 рублей. Вот он купил мне... получается, сколько здесь? Почти 2 килограмма на 95 рублей. И второй пакет тоже... значит, что здесь? На 2,5 почти килограмма на 122 рубля. Я его в том числе и замораживаю, как целыми, так и нарезаю, чтобы потом в овощи какие-то тушеные добавить зимой и так далее. У меня есть морозильная камера, поэтому, да, это мне всегда нужно. Баклажаны. Я делаю салат из баклажанов, закручиваю в банки без уксуса. И вот он мне купил на 54 рубля. Здесь 2,2 килограмма, 121 рубль получилось. И второй пакет, здесь 50, ну, тоже такая же цена, 54, да, считайте, 55 рублей, 2, почти 2,5 килограмма на 133 рубля. Помидоры, они у меня, кстати, тоже идут к салату, у меня такой салат получается, баклажаны, лук репчатый и помидоры. Можно добавить морковку, но я не всегда ее добавляю, кстати. И здесь вот эти вот томаты сливовидные. 119 рублей они стоят на почти 2,300, да, 281 рубль. И здесь то же самое, почти на 3 килограмма, 343 рубля. Так, огурцы тоже, ну и так поесть, и тоже, наверное, что-нибудь сделаю по 70 рублей. Получается на 3, почти 3,5 килограмма, вот здесь вот на 247 рублей. И здесь у меня к салату с баклажанами лук на 3,3 килограмма, 61 рубль получился. И морковь. Морковь эконом. Эконом — это обычно вот такая немытая в ленте продается по 20 рублей на 50 рублей, почти 2,5 килограмма. Правда, она такая миленькая, но ничего. Так что вот такая вот получилась закупка моего мужа. Сейчас вам покажу чек. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно, оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!